Друзья, всем привет! С вами снова Альбина Гис, партнер компании «Армель». Мы прекрасно знаем, что компания «Армель» предоставляет каждому из нас возможность реализовываться как личностно, так же и финансово через замечательные условия и щедрый маркетинг. И сейчас я хочу пригласить вас, да, именно вас, на мероприятие нового масштаба, которое организуется в городе Оренбург. Это саммит. У вас открывается великолепная возможность увидеть руководство компании, пообщаться с успешными профессионалами компании «Армель», поделиться опытом, услышать их мнение и, самое главное, это задать интересующие вас вопросы. Мы подготовили разнообразную программу, чтобы люди разного уровня подготовленности могли найти здесь что-то для себя интересное и полезное. Ведь целью мероприятия является помочь вам развивать свой бизнес в компании «Армель», чтобы он рос и процветал. Друзья, я знаю, что очень многие партнеры компании «Армель» и те люди, которые еще думают о сотрудничестве, недооценивают тот масштабность, которую мы предоставляем, и те перспективы, которые перед вами открываются. Друзья, у вас есть великолепная возможность узнать и услышать, почему же важно посетить это мероприятие. И для этого я пригласила сегодня всеми известную, уже любимую бизнес-леди Олесю Селезневу. Поприветствуем! Всем привет! Олесь, у меня для тебя подготовлено несколько вопросов. Вот скажи, пожалуйста, почему и что послужило толчком компанию «Армель», да, и все его руководство организовать столь масштабное мероприятие именно в нашем городе Оренбург? Да, Альбин, конечно, все бывает в жизни неспроста, да. Все зависит от нашего понимания и то, что мы делаем в бизнесе, и какой результат нам это дает. Помните, что люди к вам приходят в команду на ваш именно результат, да? Поэтому если мы что-то начинаем делать, желательно это делать сразу профессионально и быстро, не растягивая свое удовольствие. Так как я начала свой путь в «Армель» именно с первого мероприятия, это была годовщина компании, сами можете представить, 5 октября я оформилась в компанию «Армель», и уже 22 октября мне нужно было быть в Москве. Конечно, у меня не было понятия, что это за бизнес, как его строить, какое руководство компании, да? Но как вы думаете, для чего я туда поехала? Я поехала туда именно для того, чтобы увидеть картинку, да? Видеть бизнес можно через дверную щель. А когда попадаешь на мероприятие, перед тобой открывается дверь, и ты уже видишь, и правильно ты сказала, а можно познакомиться с руководством, понять, какие лидеры в компании, чему они могут научить, да? И кто-то говорит, ну, тебе, конечно, повезло, у тебя результат, да? А я, друзья, считаю, именно потому у меня результат, потому что я с первых шажков в бизнесе начала посещать мероприятия, которые тоже мне давали определенный рост. И почти за 5 месяцев, можно сказать, 5 лет, моя команда вышла на максимальную квалификацию по первому уровню маркетинга, это 28%. И, конечно, компания заинтересована в росте сейчас партнеров, в росте лидеров. И поэтому мы с радостью передадим вам все те знания и навыки, которые у нас есть. То есть вы можете просто брать систему, которая уже работает, брать и делать, да? Поэтому рекомендация, везите сюда побольше партнеров. И так как руководство компании обратило внимание, да, на наш результат, поэтому сюда приедет сама Александра Шудегова, которая будет давать обучение. А это, как вам всем известно, директор по маркетингу. Поэтому принимайте правильное решение и будьте на этом мероприятии. Спасибо, Олесь. Такой полноценный ответ мы получили. И на самом деле гордость берет то, что я тоже являюсь частью вашей успешной команды. А я очень рада, что в моей команде такие яркие партнеры, как ты. Благодарю. Олесь, следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, где будет проходить это мероприятие и кто может его посетить? Отлично. Итак, мероприятие будет происходить в городе Оренбурге, да, 8-9 апреля, 2 дня. Будет происходить в крупном молл «Армада», галерея любви. Такое у нас красивое название. Посетить его могут все партнеры компании «Армель». Представляете, для того, чтобы попасть на такое мегамасштабное мероприятие, а я замечу, что саммит мастеров – это главное мероприятие года. Только вдумайтесь в эти слова – главное обучающее мероприятие года. И достаточно быть просто партнером компании, да?
А вас на этом мероприятии ждут техники продаж, техники рекрутинга, а к тому же ждут тренинги по развитию вашего личностного бренда, вашего бизнеса, вашего мастерства, да, то есть как стать лидером, да, быстро. А поэтому первый день он открыт для всех. А второй день будет поделен на два этапа. Первая часть дня пройдет для тех, кто в квалификации 9% и выше. Поэтому позаботьтесь уже сегодня о своих квалификациях. И вторая половина дня она пройдет опять в общем нашем кругу. Вы погрузитесь в атмосферу успеха. А это тоже очень играет большое значение, какие люди нас окружают. Да? Как говорят, хочешь быть успешным, прикрепись к успеху, и ты со временем таким станешь. Совершенно верно. А сколько стоит это мероприятие? Мероприятие стоит 1000 рублей за 2 дня. И, конечно, то, что вы получите на этом мероприятии, стоит гораздо больше. Просто есть определенные расходы, да, которые входят в данное мероприятие. Но я уверена, что вы будете крайне удивлены, что вас ждет при регистрации на наше мероприятие. Это будет маленькая завеса тайны. Отлично. Алей, скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы вообще попасть на это мероприятие? То есть я поняла, да, то есть получить дополнительное признание, это значит уровень от 9%, да? Mm-hmm. То есть начинающему вообще партнеру компании «Армель» нужно посетить это мероприятие? Можно и как? Mm-hmm. Альбин, начинающему партнеру и нужно, и можно обязательно быть на этом мероприятии, потому что я уже озвучила, да, сколько там будет обучений, там будет и обучение по продукции. А для новичка самое страшное – начать, да? Угу. Боязнь отказов, боязнь начать, потому что он не знает еще о продукции, да? А так как вам это будут все давать в теории, плюс будут люди вас окружать, да, которые передадут этот опыт. Поэтому угу. Если бы я сейчас была новичком, я бы, не задумываясь, поехала на это мероприятие. Потому что, как правило, семинар – это больше мотивирующее событие, где мы видим красивую картинку, поздравления, награждения. Да? А вот саммит мастеров – это практика, это обучение, это знания. Ну, представь, что ты работаешь, например, по работе по найму бухгалтером, и к тебе подходит главный бухгалтер, говорит: «Слушай, Альбин, я сейчас готова поделиться всеми своими фишками», и ты буквально через месяц станешь главным бухгалтером. «Я освобожу тебе свое место». Как ты думаешь, возможно такое? Ну, в реальной жизни, конечно, и в традиционном бизнесе это невозможно. А здесь я знаю, то, что вариант этот работает и очень отлично. Да, этот работает, и поэтому на своем примере скажу, да, что я очень заинтересована, чтобы ты быстрее закрыла квалификацию высокую. Да, я вышла там на второй уровень маркетинга, и поэтому я с радостью передам все то, что знаю тебе и вам, дорогие партнеры, которые и в моей команде, и которые в целом в компании, потому что мы делаем общее дело. И именно здесь мы друг друга подпитываем, и такие мероприятия дают картинку убежденности, потому что без убежденности сложно что-либо делать и куда-либо двигаться, да, потому что в жизни нас часто встречают люди, которые говорят: «Да ничего у тебя не получится, да сетевое это не работает, да это не престижно, ну, в общем, все плохо, давайте довольствоваться тем, что есть». А за почти 5 месяцев я поняла, что я хочу довольствоваться большим, что есть перспектива, что есть все для того, чтобы я, моя семья, мои дети имели действительно поистине все самое лучшее. И я искренне желаю это вам. Отлично. Олесь, еще и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если у гостей, у партнеров возникли какие-то дополнительные вопросы, где и как они могут получить ответы на них? Может, какие-то телефоны, контакты? Как это возможно сделать? Отличный вопрос, Альбин. Мы, как организаторы данного мероприятия в городе Оренбург, делаем все возможное, чтобы ваше пребывание на данном мероприятии было комфортным. Мы разрабатываем схемы, да, как доехать там с вокзала, с аэропорта. Также находим хорошие, недорогие гостиницы, комфортные для вашего пребывания. И также для вашего удобства уже создан чат по этому событию. Поэтому, если вы приняли решение купить билет на данное мероприятие,
то можете мне писать в личку, можете писать в комментариях под данным видео, я обязательно вас добавлю в этот чат, и по всем интересующим вопросам у вас будут ответы. Благодарю, Олеся, за твои ответы, за то, что уделила сегодня нам время, и я надеюсь, данная информация была очень полезна нашим зрителям. Друзья, подведем итоги. Если хотите, чтобы вы были успешны, окружайте себя успешными. И саммит вам даст эту возможность. Во-первых, вы получите колоссальный обмен опытом. Во-вторых, вы поднимете себе настроение. В-третьих, вы побываете в шикарном месте. В-четвертых, вы познакомитесь с руководством компании. Ну и, конечно же, вы на пути к успеху. Пусть ваши желания становятся намерениями, а ваши действия приводят вас с каждым шагом к новой цели. До встречи на саммите в городе Оренбург. С вами была Альбина Гис.